друзья, вот очередное видео по поводу кунов. Эти куны делаем мы на Кубота А19 или АСТ-19. В общем, сейчас в заказе 4 штуки таких. Кун — это сэндвич. В общем, сделан не так, лапки у них прикручиваются вот сюда. Очень удобно, кстати, лапки самосъема. Сделали его немножко по новой методике. Крюк у него вверху теперь, палец внизу. Металл здесь 8, остальной металл есть 10. Короче, что хочу сказать. Здесь вот подрамник у него идет. Вот он вот так на самом деле будет стоять. Опущенный. Мы его так ставим, чтобы было дешевле его вести в транспортный, потому что эти полметра много как бы денег будет стоить заказчику. Короче, происходит следующее. Металл подорожал просто очуменно. Цена сумасшедшая. Короче, сегодня позвонил человек, говорит, в Москве или в Питере там аж 90 тысяч стоит металл. Металл действительно подорожал, оттуда все комплектующие подорожали и так далее. В общем, что хочу предложить. Мужики, у кого-то явно дома есть какие-то цилиндры или есть возможность взять цилиндры где-то купить распределитель и шланги. В общем, хочу предложить следующее. Вот такой вот кит-комплект, мы его назовем Кун, как он есть, без цилиндров. Цилиндры мы можем сказать, какие будут. Можете заказывать вот такой кун. Такой кун на данный момент стоит 175 тысяч. А в кит-комплекте он будет стоить 120 тысяч. То есть экономия приличная. Кому это интересно, обращайтесь. Можем вам изготовить. То есть здесь остается поставить только цилиндры. Может, у кого-то они есть, может, кто-то их докупит. Поставить цилиндры и поставить единственное ему гидравлику все поставить. То есть смотрите сами, кому интересно, обращайтесь. Всем пока.